Всем привет, друзья! Сегодня мы готовимся к походу. По-видимому, это будет заключительный наш поход на форты в этом году. Потому что уже осень, золотая осень такая пришла. И вообще, пора уже сезон сворачивать. Но пока есть возможность, пока есть погода, будем пользоваться. Кубок Балтийца проводится сегодня. Зашли в гавань. Сейчас будем швартоваться. Вот здесь справа утоп лежит. Надо аккуратно. Оля, давай якорь. Так, положили якорь с кормы. И вот мы пришвартовались на 4-м северном форту на Звереве. Второй раз в этом году сюда добрались. Сегодня погода потише. А кругом уже осень. Деревья облетают, вертолеты летают. Практически стихи. Вот и утро. Ночью у нас появились соседи с клуба «Балтийский берег». А на фортах такая вот осень. Золотая, я бы сказал. Последние погожие деньки.
стоял гавань, там утонул. Мы традиционно с утра устроим экскурсию по форту, потому что в прошлый раз у нас тут не очень она получилась. Были тут такие товарищи, тусовщики, а сейчас никого. Остров в полном нашем распоряжении. Очень тут умиляет прям таки архитектурная отделка. Вот такие сделаны, как их назвать, портики. Сейчас сходим, посмотрим центральный двор цитадели этой и еще раз знаменитые эти оплавленные помещения. Вот здесь вот арочка, вход центральный двор. И вот тут сразу вот эти обгорелые помещения. Вот этот превратившийся в стекло кирпич. Тут хорошо видно. В большинстве помещений темно, и снимать неудобно. Ну вот здесь вот вполне себе видно, солнышко освещает. Вот, расплавлено все. Даже по полу видно, как тек этот расплавленный кирпич. Вот такой вот тут внутренний дворик. Вот такая тут отделочка замечательная. Вот это вообще красивенная парадная арка. Просто такое качество отделки удивляющее прямо. И вот опять эти сгоревшие казематы. Вот эти потоки плавленного кирпича. Считается, что здесь когда-то сжигали мазут. Но я что-то не очень в этом уверен, чтобы мазут мог дать такую температуру. Печки же у нас не плавятся. Вот этот кирпич, видно, как потоки этого кирпича стекали в дыры вниз. По сути, это была как лава. По-научному называется витрификация.
Вот такая вот жуть. Вот в пользу мазутной версии есть тут один из подвалов, который натурально заполнен мазутом. Запашок стоит такой мазутный. Тут помойку устроили. Давайте. Ой, а то не поток фотоаппарата. Вот, пусти, а то у меня сдохнет телефон. Вот такие сегодня волны. Вот этот кран. В прошлый раз мы его осматривали. Сегодня можем... А сейчас мы поднимаемся... Командный пост зенитной батареи, которая тут во время войны была. И вон там наши гости ходят. Отсюда панорама на форт. И вот идем дальше и выходим к, собственно, зенитной батарее. Вот здесь вот стояли пушки на таких основаниях. Сорокопяточки, скорее всего. Вот такая вот осень, красотень. Вот это тоже хитрое сооружение. Из тонюсенького бетона. В общем, судя по следам, внутри был в качестве опалубки деревянный сруб, что ли. А толщина бетона. Ну, тут всего ничего. Ну, а мы продолжаем нашу экскурсию. Вот, и подходим мы к артиллерийской позиции. Орудий главного калибра на форту. 20-е годы тут стояли Викерсы 120-е. Потом их на советские сотки поменяли. Вот тут 4 таких позиции, мы вышли к первой. Все заросло. Вот вторая позиция под сотку. Тоже тут уже деревья выросли. Ну, отсюда пушки во время войны стреляли. По немцам, по финнам. Такой боевой был форт. Ну тут даже, когда пушки снимали, гайки обратно наворачивали, чтобы не потерялись. Так что бери пушку и ставь. Да, зарастает тут лихо. Ну, оно и неплохо. Природа. А? Вот это командный пост батареи главного калибра. Сейчас мы в него зайдем.
Вот тут наверху высший навигационный знак. Вот в этой шахте раньше был трафик, и мы по нему лазили. А сейчас металлюги все связали. Осень за окном седая. Вот такая осенняя красотень. Рябины. Наверное, зима. Вот мы спускаемся к противокатерной батарее. Тут лесенка удобная. Это вот была противокатерная батарея. Видео сделаю, годится? Да. Хорошо. Мне бы если взять, то сейчас было, сейчас бы сок тоже. Подписывайтесь на наш канал. Вот такая осенняя красота портов. Наши соседи нас покидают. Вы створ-то поняли где, да? Створ-то поняли где, ага. Главное еще развернуться. А так а с якорем на нас перешел и развернулся. Вроде солнышко не очень. Вот и покидаем мы 4-й форт. Приемнейший. Направляемся домой, в Санкт-Петербург. Седые облака в лазуре высоты, я как мальчишка погружен в мечты, мечты. И изменяясь на лету, уходят облака в мечту, они плывут как сны точь-точь. Точь, точь, точь. Плывут седые паруса торжественно чисты, я как мальчишка погружен в мечты, мечты. И уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах ветра превозмочь. Прочь, прочь, прочь.
Павлович. Видимо, в эту навигацию это была уже лебединая песня. Повезло с погодой, не часто такое случается. Ну, все отлично. Поход прошел замечательно.